Давай соберем такой грузовик. Для начала возьмем раму. Установим на нее передние рессоры и задние рессоры. На них грузовик будет пружинить. Установим топливный бак, глушители, задние крылья и колеса. Такую машину уже можно покатать, но сама она не поедет. Не хватает двигателя. Установим капот, передние крылья и бампер. Для водителя установим руль с приборной панелью, педали, кресло и кабину. Установим фары, задние фонари и лесенку. Машина готова. Грузовики – замечательные машины. Они возят грузы в любых условиях. Днем и ночью. По асфальту и по бездорожью. В дождь и в снег. Грузовик.